Всем привет, девчонки у бабули. Покажу вам, что я вчера успела сделать. Вот Валера повесил уже вечером одеяло. Здесь оно уже почти что высохло. В конце только стекает. Надо будет перевернуть. Ну, хотя сейчас солнце выйдет на эту сторону и будет все нормально. Вчера я не успела своих жуков потравить, потому что мы поехали отвозить Настю с Элизой к маме. Вот это вот надо будет выбросить, вывести. Вытащила еще подушку на стульчик, пусть на солнышке посидит, полежит. Надо картошку опрыскивать. Я вообще думаю, может быть, сначала собрать этих жуков, а потом уже отравить. Вот что-то типа такого. Вот, уже другой разговор. 10-литровое ведерко огурчиков набрала. Красота. Сходила в магазин, купила две банки краски, чтобы покрасить лестницу. Купила белый цвет и купила шоколадный цвет фирмы Царинские краски, эмаль PF-115, алкидная глянцевая. Еще купила White Spirit и две кисточки. Одну вот поменьше, а другую вот такую вот. Вот это пойдет на коричневую краску, чтобы ступеньки красить. А это уже на балясины, более тонкая. Ну и White Spirit, да, чтобы всю эту грязь можно было смыть. В общем, сейчас буду красить. Еще раз всем привет, привет. Утро следующего дня. Как хорошо, на улице сегодня поют птички. Одеяло у нас так и не просохло. Я вчера не снимала видео, потому что я красила лестницу. Очень много времени. Я покрасила балясины только в белый цвет. И вот эти вот перекладины. Вот эти вот все. Вот сегодня надо красить ступеньки в темный цвет. Смотрится, естественно, красиво, свеженько все так. Долго красила, потому что здесь всякие вот такие вот штучки. Еще в каких-то местах, возможно, придется подкрашивать. А потом еще жемчугом задекорировать балясины. В общем, я вчера занималась этим. Потом опрыскивала жуков. Кстати, сейчас хочу посмотреть, умер ли они или не умер. Сегодня еще буду красить вот эти ступеньки. Тоже уже года два не красили. Уже пришли в негодный, в некрасивый цвет. Видно даже первую краску коричневого цвета. Половую, да? Вот. Сначала, наверное, здесь покрашу, чтобы быстрее здесь продувалось и можно было ходить. Либо на ночь покрашу. Здесь же все равно на улице, чтобы, когда буду красить, например, дома, могла окно открыть и здесь тоже краской не воняло. Как спали? Запахом, ароматом краски. Нормально, нормально спали. Я вчера вот здесь вот всю воду выкачала с этой ванной. Надо будет ее тоже помыть. Не пойму, то ли кошки, то ли кто вот здесь у меня лилии ломает. Ну да ладно. Так, ну да ладно. Ух ты, первый раз роса. Как хорошо. Мне папа говорил, в армии, когда он был, у него ноги потели, и нужно было ходить по росе. И вот каждое утро он всегда ходил по росе, чтобы не потели ноги. И действительно у него никогда не потели ноги, чтобы там у папы как-то носки воняли или еще как-то. Вот этого я не замечала. Так, ну вот очень-очень интересно. Почему-то вот на этом всегда есть жуки. Хоть выкапывай. Ладно, посмотрим, что дальше. Ну вот все равно сидит. У меня еще осталось, конечно, я... Наверное, сегодня вечером еще пройдусь отравой. Это, видимо, те, которые некоторые вот повздыхали, тут скрутились все жуки. Это, возможно, те, которые упали, пока я ходила. Значит, надо будет сегодня вечером еще разочек пройти и уже опрыскать. Надо еще будет окучить помидорки свои. Капустку можно подокучить. Я вчера здесь все поливала. Он до сих пор сыро. Перец поливала, дыню поливала. На улице роса, так до сих пор вон. До сих пор сырое все. Вчера набрала целое ведро огурцов.
Я пока не солю, пока ничего не делаю, потому что явно это не последнее ведро огурцов. Там все усыпано. Сейчас через каждые 2 дня будем так набирать. Потому что мне надо сейчас завершить работу, ту, что я запланировала. Еще ягоды в поле пошли. Я еще ягоды хочу, конечно. Ягоды хочу пособирать. Вот эти вот балясины тоже покрасила, видите? Ну, не стала сильно в белый цвет красить, а сделала что-то подобие в таком, как старый или как вот называется, типа стиль. Ну, чтобы было беленькое и не было коричневого, например, и грязи меньше садилось и была заметна. Дуся вон гуляет, завтра ее будет стерилизовать. Кот там ходит, за ней наблюдает. Недовольный, ворчит. Уже подрался вон с кем-то, морда побитая. Все, Васька, скоро ты нам уже не пригодишься. Скоро бедный Василий будет один-одинешенек. Соседскую кошку, он хоть все помечает, соседскую кошку будет стерилизовать. И нашу будет стерилизовать. Будет битва. У котов. Вот, сел посидеть, покараулить. У нас всю ночь было открыто окно. Здесь и на втором этаже, чтобы это все проветривалось, чтобы все продувалось. Везде, получается, у нас двери закрыты. Единственное, я открываю вот в ванной комнате и на кухне, чтобы вот этот сквозняк. Ну, в принципе, днем самый оптимальный вариант, чтобы красить, потому что днем побольше как-то ветерка, что ли. И поэтому, когда я открываю вот эти вот двери, идет сквозняк и намного быстрее высыхает. Зачем я вообще крашу ее? Потому что я уже очень-очень давно мы ее не красили. Вот видите, вот здесь вот сколы какие-то, что-то носили, что-то роняли. В общем, вот это все надо приводить в порядок. Здесь тоже так же. И уже когда такая вот краска, очень сильно садится пыль, и как-то ее заметнее, что ли, и тяжелее вымывать. Вот видите, вот это все в сколах. Я тут в некоторых местах накапала. Ну ладно, ничего страшного. Вот, я сегодня, получается, пройду белой краской, еще посмотрю, где что. Вот здесь вот мне надо будет покрасить, в каких местах, в общем, не покрашено. Видите, тоже окно открыто. Еще раз прокрасить, посмотреть и уже красить в темный цвет вот перила и ступеньки. В общем, я сегодня еще буду этим заниматься. Сейчас поставила чайник. Я вчера даже здесь ничего не прибирала, не убирала, потому что мне надо было по максимуму все сделать. Но я думала, быстрее, конечно, расправлюсь с этой лестницей. Оказалось, что всегда подольше. Либо когда ты прямую просто досочку красишь, или ты красишь вот такие вот всякие загогулины, да? Получается намного дольше. Вот еще же аккуратненько стараешься, чтобы без разводов, чтобы что-то лишнего не зацепить, не задеть. Поэтому я вчера здесь даже не убиралась. Сейчас хочу попить кофе, проснуться, да, умыться и начать уже красить. Лучше красить с утра. Я вчера в 3 часа начала красить, и поэтому мне уже как-то запах был. Ну, не сильный запах, уже как бы все равно за это время все выветрилось. Сегодня погода, конечно, у нас замечательная. Не сказать, что будет сильно жарко, но вот я надеюсь хоть на небольшой ветерок, чтобы это быстрее все выветривалось. Чтобы когда дети приехали, уже было чисто. Здесь у меня ромашечки вон до сих пор стоят, надо будет им водичку налить. В общем, болтать хорошо, начнем сейчас работать. Ура! Ура, товарищи, ура! Я это сделала почти. Вот здесь не хочу пока красить. Все, я устала. Я ее докрасила наконец-то. Она уже такая свеженькая лестница, красивенькая. Правда, без косяков, естественно, не обошлось. Я тут капнула темным цветом, поэтому
Сейчас надо будет, когда я здесь докрашу, кисточку помою и уже там подкрашу белым цветом. В общем, начала здесь, половина крыльца сделала. Сейчас оно быстро здесь высохнет и уже на ночь вот сюда, вторую половину. Еще, смотрите, сорвала чеснок. Вот такой вот огромный чеснок. Почти с мою ладошку. Вот, надо будет зубчики еще посмотреть, как что. В общем-то, я молодец, я с этим справилась, почти справилась, да, но осталось дело за малым. С мамой разговаривала, мама говорит: Алвин, подожди пока, не спеши жуков повторный, до вечера подожди, посмотри, если сдохнут, тогда уже, говорит, ты это, тогда ты уже по новой пройдешь. Второе одеяло постирала, тоже сохнет. В общем, у меня стирается. А еще лилия распустилась. Кто давно смотрит, помнит то, что я здесь сажала несколько видов. И черные лилии, и всякая розовая. В общем, они не прижились. Я их покупала в фикс-прайсе. Прижилась только вот одна. Вот она такая же, вот эта. Пахнет, интересно. Нет, она не пахнет. Внутри она желтенькая, а снаружи вот такая вот оранжевая. Тоже так я и не сделала, вот эту не обрезала. Ветер был, смотрите, все поломала. И вот здесь еще мамина лилия. Роза до сих пор стоит. До сих пор она у меня стоит. Молодец, вот такая вот. Трогаешь по ощущениям, как будто бы, когда уже постоит, как будто бы она какая-то искусственная. Ощущение, как будто бы искусственное. Я еще поставила набирать бочку. Водичку надо набрать, потому что я уже почти все использовала вчера, когда поливала огурцы, поливала. Ну вот, показывала, да, все. Вот, иду в огород посмотреть на своих жуков. Так, подхожу. Ну, здесь то ли они разбежались. Ну, не вижу, чтобы валялись. По-моему, разбежались. Ну, вот этот куст, он ничем не обработан, клубни. Поэтому нет, он так и сидят, так и... В общем, все равно придется сегодня вечером, наверное, пройтись, посмотреть и остатками уже попрыскать, где увижу. Где-то я видела много-много кусты. Сейчас посмотрю, где сидело очень много. Вот на этом много сидела. Видите, вся картошка объеденная. А все потому, что были дожди, и ничего мне не давали сделать. Вон. Нет, все равно придется. Это вот здесь вначале я брызгала корадо отравой. Я уже не на 5 литров разводила, как в инструкции написано. Я уже развела на 3 литра, но вон все равно сидят. А в конце я брызгала другим средством. От колорадского жука другой отравы. Вот сейчас хочу в конец пройти, посмотреть, лучше или не лучше. Так. Ну вот. Ну все равно сидят. Все равно, что то, что другое, все равно сидят. Но уже, естественно, намного меньше. Здесь вот прям все было усыпано колорадским жуком. В общем, нормально. Ладно, пройду сегодня вечером попозже, когда уже солнышко сядет. А еще у нас целый день ветра нету, но вот сейчас смотрю, вроде бы как хоть какой-то ветерок подул. Хоть к вечеру. Кстати, то ли я привыкла к запаху краски за 2 дня, но я захожу домой, я не чувствую запах краски. У меня тут антенны торчат. На веранде чувствую краску, а там дома не чувствую. Запах краски, непонятно. Видимо, я просто привыкла. А еще розу, которую покупала в светофоре, он пустил цвет. Вот такая вот маленькая. Пока, понятное дело, первые всегда маленькие. Та краска у меня тоже была маленькой первая. А потом, вот в этом году, считаю, она вон какая огромная оказалась. Какая оказалась огромная. И помея моя вроде бы вьется. Нормально разберется.